Еще одна женщина погибла в минувшие выходные. Под трамвай попала пожилая жительница города Саратова. ЧП произошло в районе Схи. По сообщениям очевидцев, на пересечении улиц Танкистов и Безымянная трамвай переехал женщину, буквально разрезав ее пополам. По одной из версий, она переходила дорогу, по другой вышла из общественного транспорта. Тело женщины не сразу убрали с трамвайных путей, поэтому в районе Схи образовались продолжительные пробки. И как пояснили в администрации Саратова, водителя трамвая, насмерть сбившего пенсионерку в районе СХИ, на время оперативно-следственных мероприятий отстранили от работы. По информации регионального ГИБДД, трамваем управляла 39-летняя женщина.